Приветушки, ребятушки, с вами я, Остап Бендер, и сегодня мы поиграем на карте авиабаза с такой пушкой под названием 12. Давненько я с ней не играл, тут уже прошла минута боя, попробуем нагнуть, наша команда проигрывает. Попробуем принести максимальную пользу команде. Вот уже и первый минус. К тому же вот что хочу сказать. В планах у меня скоро записать КС-очку. Я, наверное, в ней уже все свои навыки растерял, но это ладно. Так вот. Попробуем принести максимальную пользу нашей команде. Так, наверху тут вроде кто-то есть. Вот он, медик. И еще один. В итоге у нас дабл килл. Все очень даже неплохо. Последний раз я брал этот ствол до того, как его еще пофиксили. Но в тот момент... Так, что это сейчас, чувак? Тоже, походу, сейчас, наверное, у всех зафризило. Так вот. Брал я его в момент, когда... Так, ай-яй-яй, подкат. Блин, подвел подкат. Что-то он не захотел сработать. Так вот. Брал я его последний раз, когда делал с ним видео «Недооцененное оружие в Warface». Это еще было до того, как медикам подняли урон. Скажу вам так, он там себя показал тогда очень даже неплохо. Я, если его не удалил, и если найду, оставлю на него ссылочку в описании. Так, у нас тут двое. И посмотрим, надо бы перезарядиться. Честно говоря, данное оружие очень напоминает мне пофикшенную версию USAS 12. У него, конечно, побольше немножко темп. Его вроде бы не так давно фиксили, там что-то изменили, но это чисто такие изменения были косметические. Вот он, наш третий. Ну и я после фикса с ним не играл, решил посмотреть, что же случилось с этим дробовиком. Если так говорить, то по первым пару минутам разницы я особой не почувствовал. Так, давайте такой прокидик. И там у нас, я вижу, есть снайпера. Можно будет сегодня из пистолетика пострелять. Несмотря на то, что у нас сегодня... Вот она, головка. А, 12 тема. Так, посмотрим, кто тут есть и где. Хотя, если честно, так перестреливаться с пистолетом не самый хороший вариант со снайперами. Так, медик. Здравствуй. Так, кто-то тут по мне стреляет, поэтому я спускаюсь вниз. И линяю. Так, сюда-сюда, надо вот тут вот сныкаться. Вот, так-то лучше. Подрегенюся, и можно будет что-нибудь да замутить хорошенькое. Единственный минус данного дробовика, так это то, что быстро могут закончиться патроны. Но это серьезный минус. Есть еще такие менее существенные. Так. Вижу. Я там товарища. Ишь, снайпер, думал, я его не замечу. О, медик хорош. Двоих прошиб. Но это и бинелька. Так, посмотрим, кто тут и где есть. Это, если честно, за сегодня мой первый бой. Я еще не играл. Если так сказать. И посмотрим, как будет без разминочки. Повлияет ли это на качество моей игры или же нет. Так, ну что. Так, вижу, ай-яй-яй-яй-яй. Конечно, с пистолетом, наверное, следовало бы скатать одну каточку. Ну, просто чтобы стрелять более-менее точно. А то получается не самый хороший. Давайте вот такую оглушку дадим. Она никого не убила, но, походу, там кого-то повалило. Правда, это мне особо никак не поможет. Но вот, по идее, если это мне не поможет... Так, один... Второй, так, тут третий. А третьего нету. Бывает. Бывают в жизни огорчения. Так, этого шкеда пристрелили, знаю, тут должен быть. У меня уже серия 6 фрагов.
Патроны уже заканчиваются. Так. Вижу, вижу, снайпер. Здорово, братиш. Держи. ХП. Я все-таки как-никак медик. А он позвал меня. Ну и я подумал, стоит. Так, чувак хотел вниз ускакать. В итоге ускакал. Но уже в мертвом состоянии. Да, конечно, напрягает проблемка то, что с патронами. Ай-яй. Тут уже надо было с дробовиком выскакивать. Сюда, сюда. Теперь проблема с патронами так резко не стоит. Ой-ой-ой. Мне откуда-то прилетело. Давайте вот такой прокидик, там вроде кто-то был. Кого-то я там краем глаза видел. Да. Вон они там сидят. Засранцы. Так, ну что. Да, все-таки там снайпер есть. Как вы видите, нас тут снайперами начинают поджимать. Ну а мне, как медику, наверху там делать нечего. Отправлю гранатку. Правда, она как-то криво полетела. Да. Отсюда ничего хорошего не видно. Пожалуй, основная тут позиция — это самолет и под самолетом. Вот там я чувствую себя за медика вполне комфортно. Так. Посмотрим. Ну еще тут, в принципе. Наверху там кто-то есть. Такой. Да, вот такая вот ему скилловая шишечка. Так, и снайпер еще пришел. И его забираем. Ну и надо полечиться. Без этого никуда. Все-таки ж не зря мне аптечка-то дана. К сожалению, наша команда только еще сильнее проигрывает. Вот даю такую флешку. Видел там я чувачка. Так. Давай, ай-яй-яй. Гранатка. Благо я успел отпрыгнуть. Кстати, я не знаю, что-то со звуком сделали. Вроде бы. То ли я привык, то ли что-то сделали, но он теперь уже так слух не режет. Этот реалистичный звук. Так, снайпер, снайпер, отлично. Снупер этот, если это был снупер, уехал. А то там в темноте, ну не очень это было видно. Так. Чувак там уже отъехал. Ну что, неплохо. Посмотрим. Посмотрим, как все будет. Вижу, вижу. У нас уже этот четвертый в серию. Так, ну что. Будем перезаряжаться или нет? Посмотрим. Стоит сесть сюда. Правда, вот, блин, засмотрелся. И в итоге меня убили. Вот так оно вот и бывает. Так, гранатка, правда, криво она пошла, но кого-то убила. Да. Ай-яй-яюшки, мина. Вот это мне не нравится. Попробуем. Так, вот он, медик. Прямо под пули выскочил. Флешка. Нет, увы, от флешки не сдетонировала. Минка. Ну, у нас еще есть 30 секунд для того, чтобы кого-нибудь да пристрелить. Почему, в принципе, и нет? Так, ну что? Вон он, товарищ. Вы знаете, А-12 неплох. Блин, убила, конечно, эта граната, но эту смерть мне не засчитали. Давайте я им напишу свою фирменную фразу. Да, я старался. Сыграл со счетом 22-5, но мы проиграли. Печально, но это... Пожалуй, сами видите, с каким счетом мои тиммейты играли. Ну, а я с вами на этом закончу. Так что, если вам понравилось данное видео, не ленитесь, поддержите лайкосиком. Ну, а если не понравилось, вы знаете, что делать. Ну, так, да, что я еще хотел сказать. Вступайте в мою группу ВКонтакте, подписывайтесь на мой канал. Всем спасибо, всем пока-пока!